Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Roleplay. И сегодня я вам расскажу, что будет дальше с модпаком. Вот я вам сейчас расскажу, что же будет дальше с модпаком. Давайте посмотрим, что у нас новенького. Новенького у нас ни хрена. Ну, как вы видели, секретную машину я показал вам, это Майбах. Майбах. Красивый Майбах, я бы себе сам такой купил, лучше бы не его добавили в автосалон. Он бы просто нереальным спросом бы пользовался, реально. Вы просто бы его скупали бы все. Итак, модели у нас некачественные все. Абсолютно практически все, кроме там Aston Martin и BMW. BMW, в принципе, нормально, да? 530XD. А вот эта тачка, смотрите на ее клиренс, реально, смотрите. Давайте я вам продемонстрирую, да, видите, какой здесь клиренс, просто... Нахрена, блин, не такая задрана, как, смотрите, что. Вот смотрите на Lamborghini, да, смотрите. Блять, это что такое, блять? Чё это? А ну, давайте. Чё это за клиренс, блять? Вы ебанутые, это что, внедорожник или чё? Нахрена такой большой клиренс делать? Нахрена. Я не понимаю, зачем? Проходимость лучше, да, но она выглядит как не знаю что. Так, X6M. X6M, кстати, хорошо получился. И думаю, его можно покупать. Многие говорят, что машины, какие уже есть, оставят и добавят просто новые. Мне кажется, блин. Вот так. Но мне кажется, блин, все будет как с обновлением. Будем ждать 3 месяца. Ну и как с модпаком мы, конечно, обещали, выпустить обновление, или типа скоро модпак, отводили нам глазами конкурсами, всякой хренью, типа обновлением. И через 2 месяца вот они выпустили это. Именно это выпустили. Но думаю тоже, после Нового года, может быть, как-то они что-то и сделают. Но мне кажется, этот модпак задержится надолго на сервере. Потому что, блин, они забили хер, реально, на сервер. Именно разрабы там и модпакеры, херакеры, блин. Реально, ну, как можно было такое выложить? У вас есть 6 серверов. Играет там сколько? По 2, так, 2000, 4000. 4000 человек там играет, даже не. Даже 6000 человек там играет. И вы забиваете хер просто. Выпуская этот модпак. Кстати, Mercedes это хороший, но подвеска у него херовая. Ну, кто не знает, посмотрите у меня обзор на этот Mercedes. Так, это я не знаю. Вот, блин, вот цены вообще неправильно выставили. Ну, Aventador, ладно, 5 лямов, нормально. Цены вообще не по реали выставили. Вот за лупатого лям 300 вы ёбывали дали. Его заменили на другой, как видите, по-моему, да. Колеса поменьше стали вроде. Ну, блин, это бред реально, это реально бред. Так, Аказия, Аказия, правильное решение, что заменили ее. Вместо инвалидки поставили АКУ. Так, ну, много тачек не заменили, да, вот это классное заменение. Но, блядь, в реальной жизни она столько не стоит, это дешево для нее, кстати. Поэтому можете пока покупать. Не знаю, чего ждать большего, но, блин, реально, не такое дерьмо выпустили. Кстати, у кого есть Макларен... Кто может дать его на тест-драйв, пишите мне в ЛС. Все ссылки есть в описании. Реально, блин. Макларен тоже какой-то дешевый. Хотя Макларен, по-моему, дороже, чем Lamborghini. Ну, непонятно, ни хрена. Они цены как-то, блядь, походу так, закрытыми глазами ставили. Потому что реально цены какие-то... Да, 5 лямов дорого за BMW. Ну, она качественная, кстати. Обзор на нее тоже у меня есть. Ну реально, они тупо нас так наебывают. Вот этот конкурс, блядь, на 10 дорогих машин тоже просто отводит глаза от модпака. Просто отводит глаза от модпака. Реально, блин. Вот этот Porsche каличный просто, непонятный вообще. У кого, кстати, он есть, дайте на тест-драйв. Я хочу понять, что это за тачка. У кого она есть, пишите мне в ЛС. Крузак, крутая тачка, нормально все. Дерьмо, как и было, так и осталось. Много машин не заменено, просто больше, чем в предыдущем модпаке машин не заменено. Зачем выпускать его? Лучше бы вообще его не выпускали, нахрена сырой такой выпускать модпак.
не заменили, так и остался. Ну, смотри, сколько тачек, сколько тачек, сколько людей покупали. Кстати, вот, Ренжер, зачем было его убирать, если вы не нашли на него еще замену? Зачем, не понимаю. Оставили бы его Ренжовером. Феррари вообще дерьмище конкретное. Хотя я жалею, что продал ее. Лучше бы ее оставил на самом деле. И просто бы катался. Даже бы просто бы она стояла. Ну ладно. Может быть куплю. Пишите, может быть купить обратно Феррари. Пишите в комментариях, в принципе. Может быть и куплю. Если вы хотите. Лучше, вот смотрите, мне продать CLS и купить Феррари, либо оставить CLS и кататься на CLS. Пишите в комментариях обязательно. Так, давай 8. Угу. Так, Мазда. Хрен его знает, что за тачка. Кстати, тоже у кого есть, кто может дать на тест-драйв, то пишите в комментариях. Так, Mercedes. Классная тачка. Ну, блядь, это... Минус это клиренс, реально. Она высокая сильно. Она сильно высокая. Так. Идем дальше. Volkswagen. Не знаю, ни о чем не могу о нем сказать, но... Блин, это что она заменяет? А хрен его знает. А, семерку заменяет. Так, идем дальше. Цены вообще не пропорциональные, вообще жестокие, какие-то непонятные. Миллион за вот это дерьмо, но никогда бы не отдал. Так, идем дальше. 3 миллиона за этот Subaru, это перебор конкретный. Реально, смотри, какие-то цены непонятные. Вот эту тачку оставили, ну, зачем? Сейчас. Это гелик вообще. Зачем Селиву оставили, непонятно. Пацаны, или вообще гелик себе купить, и все. Пишите в комментариях. Что, оставить CLS лучше? CLS, да. CLS оставить Mercedes, как у меня есть, какой у двери, как чайка. Купить себе лучше обратно Феррари, либо гелик. Пишите в комментариях. Так, мотоцикл. Не видел еще ни разу на сервере его. Ну, у кого есть, то пишите. Тоже на тест-драйв возьму. Вот новые машины все возьму на тест-драйв. Любую из новых машин, из нового модпака. Пишите в комментариях. До хрена это за Сузуки. Так. 3 миллиона Aston Martin. Нормальная цена. Вот самая нормальная тачка из всего модпака. Какая не косячная, короче, так сказать. Volkswagen, не знаю. Ну реально, я думаю, что модпак выйдет, блядь, хуй знает когда. Нам тупо впарили дичь. Mercedes, кстати, этот нигде еще не видел ни у кого. Так, ну, в принципе, вот и все. И то, и какие, чуваки. Модпак можете ставить, в принципе. Но рассчитывать на изменение его в скором времени можете не рассчитывать. Его поменяют, может быть, через месяца 2-3. Это минимум. Максимум через 4 месяца. Можете, в принципе, играть. Покупайте модели только качественные. Вот я вам показал качественные модели, какие я вам советую. Их покупайте. Не покупайте, не экспериментируйте, потому что вы уйдете в минус, реально. Ну, у меня на этом все. Всем пока. Ждите новых серий, делитесь с этим видео друзьями и ставьте обязательно лайки. Пока-пока.